Ну что, всем доброе утро. У нас сегодня выходной день, и у нас очередная экспедиция, или я бы так сказал, очередное наше приключение. Ну, не экспедиция, а рейд. Потому что экспедиция — это на более дальнее расстояние. А сегодня у нас небольшой рейд протяженностью 60 километров, куда вот наша вот банда. Вот мы пока на заправке, сейчас вам мельком покажу. Вот видите, уже ребята там с утра завтракают, потому что у нас сейчас 8 утра, и мы едем в гости к нашему клубу «Монстры 4×4 Прилуки». Поэтому мы вот заправляемся, собираемся и выдвигаемся к ребятам на место старта. И оттуда мы будем дальше уже двигаться по очень интересному и шикарному маршруту, который у нас будет протяженностью 60 километров и остановкой, ночевкой в очень шикарном и интересном месте. Поэтому вот наша компашка такая, которая с Киева стартанула. У нас 7 автомобилей, и двигаемся к ребятам, и будем просто классно, шикарно проводить сегодня и завтра наши выходные дни. Ну и вот, видите, вся прилуцкая банда, которая здесь собралась, вот такая вот экспедиция собирается. Ну и двигаемся мы, правда, не знаю куда, мы еще маршрута, честно, не знаем всего, но вот такие вот интересные рейды. Монстры организовали у себя, как говорится, дома в Прилуках. И вот мы сегодня выдвигаемся, покатаемся по интересному маршруту и посмотрим, что там будет интересным и классным. Итак, стартанули. Вы видите, такая колонка собралась у нас, точнее колонна. Не знаю, машин сколько, но машин 30 есть. Так что покатуха планируется очень шикарно и интересно. Посмотрим, что нас дальше ждет. Вот такой, в принципе, интересный маршрутик. Посмотрите, какие колеи. И пока мы все такой веретенкой, ну, машин 30, пока точно не скажу вам, сколько их, мы так и не считали. Вот смотрите, как все пытаются с колеи вырваться. Андрюхин патриот не может зацепиться. Видите, мы, в принципе, тоже сейчас пытаемся это сделать. А кто замыкает колонну? Кто последний? Васёма. Порядок у него там? Во, здесь проебал и повор... Кто проебал? Отдай, сейчас. Тихо, дети смотрят. Васёма остановился на обед уже. Короче, пока мы стоим, решаем, куда нам удобнее лучше повернуть, поскольку ребята проехали маршрут и вроде бы не туда свернули. Поэтому мы вот стоим, рассматриваем, пока ждем, пока там вот наши организаторы, видите, решают, куда лучше все-таки повернуть. Сейчас они выберут маршрут правильно, и мы по нему уже поедем. Сейчас я покажу вам, что у нас происходит сзади. Я впереди. Видите, девчонки тоже счастливы, довольны и сидят себе, просто расслабляются. Показать, что, как вы расслабляетесь? Бутылочкой воды? Ну ладно, пусть чай будет так. Что, назад? Не, они сейчас думают. Да не, назад. Показываешь, развертаемся. Короче, наши организаторы потеряли маршрут, на котором нужно уходить было нам правее. Поэтому нам приходится сейчас развернуться, видите, и пойти сюда налево. Ну, это нормально. Сейчас, видите, Серега выписывает пистон Вове. Їдьте за бокалом, вони безтолково заблудились.
маленький привал в такой шикарной березовой роще. Видите, все остановились на маленький перекус, выпить чаю, то, что перекусить. И вот, вот так вот увеличу, видите, вот туда вот вся наша колонна будет дальше двигаться через такую шикарную березовую рощу. Ну, ехать дальше. Вот так вот у нас даже два маврика с собой, ну, квадриков. Поэтому ребята вот получают кайф, видите, вот от квадротехники, видите, вот они счастливы, да, и довольны, видите. Да, даже ты уже счастлив? Я чистенький даже. Еще чистый, видите. Ну, тут пацаны наряднее вот здесь вот уже нормально. Саш, на ножик. Уже все отрезали. Так, все, уже стартанули. Едем. Привет, привет. Привет. Ну, це машина, блядь. Привет, Тарас. О! На Пузі, блядь. Наша, ти за УАЗиком їдеш, блін. Давай, вы что, не помните, сколько его лебедило 8 машин в прошлый раз? Сколько мне было на Не, лучше лебедись. Не, крутит. У тебя это правое не крутит. Крутит. Все нормально. Лучше, чтобы не поломай. Андрюх, подлебедись, да и все. Вон просто за УАЗика подлебедился и все. Короче, полный Армагеддон. Казалось бы, обычный подъем, посмотрите, во что превратился. Не вертай, руля ровно постав. Да, чтобы не поломал. Все же. Винта сдернул назад и все, не выгазов. А где L200 наши? Сразу на повышение. Не вода унизила сразу. Патриоты 70. Что, да хоть про 70-ки ты не гордишься. Коля, береги машину, она новая.
ще назад. Ще назад. Ходу, ось, один, а що вона там вбирає? Та там яма. Там яма. Ще назад. Так ось, давай попробуй тут забрали. У нас там Наполеон продовжує виїжджати. Валя, молодці, молодці. Это патрол! Короче, такой вот хаос устроили мы на обычной трассе, поэтому обычные граждане, которые катаются, немножко в шоке. Вот они проезжают и не понимают вообще, что происходит. Ну, сори, увы, по-другому мы никак не можем переехать этот участок, поэтому приходится вот так вот, видите, немножко перекрывать дорогу. Ну, сейчас вот будет самый интересный момент, посмотрите. Обычный Гранд Витара, но правда не на обычной резине. Давай, давай! А ну, на Сильверах 31-х. Я думаю, будет что-то интересное, если он сюда поедет. Так, я думаю, отходите. Слышишь, ну ты скажи правду, Игорь, скажи правду, это ты случайно попал на этот маршрут, да? Мы за тобой ехали! Заблудился, будем так. Да. Правда, да? Организатор не может проехать. Остаемся.
Подожди, Серега, Серега, Серега! Все! Вот подожди! Блин, его надо было Серега, первым пускать! Съезжай, съезжай, давай, давай! Давай! Блин, мой из разгонщика проехать, чтобы что-то заезжать. Да не, он бережет машину еще. Так а тут сами мягенько, ну что это, смотри, дождь. Так и не выйдет. Замылился протектор. Вот это вот трахло спереди, вы видите, под названием Toyota. Мы просто ее так называем. У нас есть прозвище у этой Toyota. Начал, вот видите, чудить уже. Он просто почувствовал кайф оффроуда и вот решил поисполнять. Посмотрите. На заднем приводе посверлить. Ой, это за милую душу. Мы, в принципе, делаем сейчас то же самое. Я покажу, чтобы вам видно было капот, насколько мы вот плаваем немножко. Скажу так, грязь у меня уже за шиворотом. Да, все нормально. Девчонки тут, видите, сидят уже вот пристегнутые, держатся. Марина просто пристегнутая даже, видите? Ну, вот. Даже головой потолок. Не позор джилика, Коля! Руз розстроївся, ти позор джилика, блядь. Я без блокировок простоїв. Ну не надо нічого, блокировку прийми 150 і все, ти з блокіровкою вже. Правильно? Він не знає, як включати блокіровку, блядь. Смотрите, скільки у нас ще зрителей. Він просто не розуміє, як включається блокіровка. Треба блокіровку було включити перед тим, як я б'яму. А не тоді, коли ти не слухає. Не так вже, а отак. Опа! Ну це ж у вас, поняв. Опа, коробка, блядь. Так, тяга, полізли коробка, блядь. Я не пойму, блядь, що куди. Я сів. Значить, то влазі, знаєш, де? Коліса через весь этот мотор ззаду, блядь, і він отак. Ось так стало. Оп. Яринка! Назад, стой! Блядь. Мені поки йде, бачу, він їде. Чуть-чуть назад. Качни. Давайте, думаю, красиво так пойти отсюда. Коля, отдай мясо! Не научило, блядь. Назад давай, о! Toyota, Toyota! Рус, чип! Только Гранд Чероки, Игорь! Гранд Чероки! Глобно там, все ясно.